Солистка дуэта «Арнау», известная театральная актриса Салтанат Бакаева, на днях дебютировала в картине «Расплата», где сыграла главную роль. Наряду с этим певица работает и над своей сольной карьерой. Что в планах у Салтанат теперь? Продолжит ли она развивать свою деятельность в кино? Узнаем в материале нашего корреспондента. Первая главная роль Салтанат Бакаевой состоялась в исторической мелодраме «Расплата», в основу сюжета которой легли реальные события. В фильме-мюзикле Салтанат проявила не только навыки актерского мастерства, но и певческий талант. Интересно то, что матери троих детей досталась роль незамужней девушки. И, надо сказать, с ней она отлично справилась. Были сложности, как и в любой работе, конечно же, есть свои сложности. Но, несмотря на это, я, как профессионал, попыталась с ними как-то все это пройти. Я думаю, что у меня это получилось, я надеюсь. Известно, что Бакаева уже давно является актрисой театра, а также параллельно поддерживает свою певческую деятельность. На данный момент киноиндустрия Казахстана терпит стремительный подъем, поэтому справедливым будет вопрос, а не думает ли актриса теперь полностью погрузиться в сферу кино? Я никогда не могу бросить театр и свою карьеру. Я пытаюсь все это вместе совмещать. Безусловно, театр для меня это самое главное. Также пение, моя карьера как певица тоже очень важна. О своих предстоящих кинопроектах Салтанат ничего подробно не рассказала, но заверила, что эта работа будет иметь продолжение. Я пока не хочу забегать вперед, но есть какие-то предложения, есть, рассматриваем все, поэтому сейчас пока не могу конкретно сказать. Взять и уйти в кино, вот так вот, я не могу сказать, что я вот прям головой уйду теперь в кино. Это зависит, конечно же, от кастингов. Вот предложения, опять же. Если будут предложения, я с удовольствием буду их рассматривать. Кстати говоря, уверенности Салтанат не занимает. Она на все 100 оценивает свой актерский талант. Я как актриса готова работать в разных жанрах. Я не ставлю себе какие-то ограничения. И я, ну, как бы это не звучало, но мне кажется, я смогу справиться с любой ролью. Певица также поделилась своими последними новостями и в музыке. Я сейчас работаю над своими сольными песнями. Готовимся снять клип. Сейчас вот определяемся сценарием, думаем, как бы все это сделать. Вот работа идет. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых интересных новостей. Гульайна Аксункар, Руслан Хасанов, Headliner.